Ты меня любишь? Мы же договорились. Вообще, надо что-то придумать. Так невозможно раз в месяц встречаться. Яна замуж. Слушай, а может быть, сказать им сразу всю правду, а? У его семья. У меня язык не повернется. Кахание без обовязков. У вас ничего не может быть общего, кроме секса. Те серьезные относины, подорванные лесом. Выпьем за это. Семейное счастье. Ты же нас не пьешь. Бережешь свою красоту неземную. Чего ты хочешь, развестись? Разводись. Сына я тебе не отдам, поняла? Для чего ты ее бережешь? Для кого? Если для меня, Маша, это нафиг не нужно. Михаил Пореченков. А ты хорошо с ним живешь? И Ганна Михалкова. Да, грех жаловаться. Очень уместно. У мелодраме «Совесть» на Беларусь 3.